вечер, дорогие наши зрители. В эфире выпуск программы новостей ТВ «Инфо», наш рассказ о третьей всероссийской выставке ярмарки народных мастеров, художников и дизайнеров «Русарт-стиль». Она проходит в московском Гостином дворе. Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников наследия и традиции. Цель выставки – показать Россию, как страну уникальных возможностей, которая непрерывно развивается и бережно хранит традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства. Русарт-стиль – мероприятие, популяризирующее как традиционные и аутентичные изделия народных художественных промыслов и ремесел, так и современные авторские работы молодых и талантливых мастеров со всей России. На выставке будут представлены более 450 предприятий, объединений, творческих союзов, а также мастеров, ремесленников и дизайнеров из 40 регионов России по таким направлениям, как авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра, эмалерное искусство, художественная обработка стекла, металла, камня, резьба по дереву и кости, кружевоплетение и вышивка, ювелирные изделия, предметы интерьера и декора, авторская, дизайнерская, этническая одежда и аксессуары. На коллективных стендах регионов будут представлены предприятия и мастера из республик Карелия и Бурятия, а также Калужской, Саратовской, Пермской областей. Понравилось наше видео? Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Модели «Без границ» выйдут в авторских уникальных изделиях, выполненных в технике мокрого валяния от Людмилы Глуховой. Давайте поприветствуем наших девушек. You called me up and I keep bleeding, keep bleeding love.
2020 года не смогли погасить жажду творчества, но повлияли на настроение и содержание работ. Изделия разнообразные по форме и войлочной поверхности. Их функциональность создает много поводов, чтобы иметь и носить эти вещи. Они отлично интегрируются с любым гардеробом и уместны в любой обстановке. Это приглашение к обновлению, новым впечатлениям и радостным встречам каждого нового дня. А сейчас наши девушки выйдут на финальный выход. И пока они готовятся, я как раз расскажу про свой костюм. Помимо того, что я сердце проекта «Модели без границ», я сегодня и главный военнокомандующий. И все это благодаря Людмиле Луговой. Давайте поаплодируем нашим девушкам и самой Людмиле. Людмила, выходите, пожалуйста. Людмила, вставайте в середину, сделаем финальную фотографию. Спасибо большое, девушки, спасибо.